Здравствуйте. Откровенно скажем, что сегодняшний ролик посвящен событию, которое для любителей прогрессивного рока, да и вообще интеллектуальной музыки, и в целом рок-музыки, является ну просто величайшим. Сбылась мечта многих увидеть, ну если не очередную реинкарнацию King Crimson, то прямо воплощение духа, так это уж точно. Бит, 2024 год. King Crimson 80-х без Роберта Фриппа. Ну, к слову, не только без Роберта Фриппа. Нету и Билла Бруфорда. Но тем не менее. Вы знаете, конечно, будет масса голосов, что без Роберта Фриппа это не King Crimson. Но я думаю, что маэстро Фрипп негласно дал свое согласие на это мероприятие, потому что без него, с его хронометражной точностью во всем, это дело не могло обойтись без его добра. Но тем не менее, давайте перейдем непосредственно к виновникам торжества. Итак, проект этот называется «Бит». Это музыка в основном King Crimson'а 80-х годов, их эпохальных альбомов «Дисциплин», «Бит» и «Сриев Эпекта Пе». 81, 82, 84 год, соответственно. Тогда состав был, конечно, крепчайший, но тут нету маэстро Фриппа, повторюсь. Его заменил Стив Вай. Очень большая неожиданность, кстати. На барабаны сел Дэнни Кэри, барабанщик группы Tool. Человек, который в драмерских, в ударно-барабанных кругах вообще котируется, многие считают его барабанщиком на сегодняшний день номер один в мире. За бас и за стик взялся Тони Левин. Ну ему ли не браться, он еще и тогда брался. О Тони Левине, кстати, как и о Стиве Вае, мы делали ролики на нашем канале. Ну и, конечно, маэстро, один из наших любимейших персонажей рок-музыки, величайший вокалист-гитарист Эдриан Белью. Вот такой вот крепчайший составчик отправился в тур. Кстати, тур идет вовсю, США, Канада. Вы можете посмотреть в YouTube, слава богу, выкладывается масса концертных выступлений по Соединенным Штатам. Может, прямо свежачок, чуть ли не как пирожки из печки. Выпекаются, просматривайте в любых там вариациях. Но дело не в этом. Все дело в том, как вот Вай взялся за Фриппа. Стив Вай, человек, конечно, уникальный. Начиная с того, что когда он еще пацаном попал к Фрэнку Заппе, мы об этом рассказывали, Фрэнк Винсентович, конечно, научил. Кстати, там еще один ученик, фактически Фрэнка Винсентовича, Заппе, Эдриан Белью, которого тоже Заппа фактически вытащил на большую сцену. Пройдя ускоренный курс Заппе, кстати, Белью это называл класс рок-н-ролла обучения. Конечно, человек получал такую выучку, что и программу по жизни, что ему любые задачи кажутся выполнимыми. Так и в данном случае Стив Вай, как он недавно говорил в одном из интервью, 5 месяцев фактически занимался изучением гитарного творчества Роберта Фриппа, того периода, ну, тренировался денно и ночно. И вы знаете, получилось, да, он такой же пытается быть статичный, как Фрипп, хотя мы знаем, что Вай иногда на сцене очень импозантен, и может еще и выкрутасы всякие сотворить. Но, давайте откровенно, это его игра. Высокоинтеллектуальная, точная, конечно, с пассажами, с творческими креативными моментами, но это его игра. Как и Тони Левин, который свои за 70 выдает такие чудеса на стеке, такое движение, что просто поражаешься. Вообще состав, и тот же Кейри, когда ему дают возможность, он вроде как и Бруфорд, но в то же время со своей там подстучкой, вы знаете, замечательно, свежо, ну а любимец наш Белью так вообще молчу. Это, конечно, нечто.
Это просто фантастика. И вот их хиты, Heartbeat, Frame by Frame, Indiscipline, Sea of Epiphyia, все звучат просто на удивительно свежо и слаженно. На бис, то, что концерты нам удалось посмотреть, обычно в числе прочих исполняют и Red. Из альбома 74 года, помните, тут еще другой составчик Билл Кримсона с Уэттоном. Но тем не менее, исполняют, конечно, здорово. Но тут даже можно и не говорить. Такого уровня музыканты, вы знаете, почему мы назвали это событие, объединяются крайне редко. Крайне редко. Потому что куча всяческих неурядиц, и контракты, и менеджмент, и обязательства перед другими работают. Ну а тут это просто надо наслаждаться моментом. Итак, Beat 2024 год. Замечательный прогрессив проект. Просто подарок для любителей интеллектуальной музыки. Наслаждайтесь. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.